Вот расскажите, пожалуйста, вот у вас сотрудники милиции закрыли здание. Когда началось нападение, дверь заблокирована была. Сотрудники милиции выше чина, сидят вас там. Есть просили пустить, послушайте меня, девушек внутрь. Дверь не открыли. Вас милиция спряталась там. Почему это происходит? Я не спрятался, я здесь находился. А почему? Так пойдемте, откроем дверь. Я здесь. Почему они там сидят? Я здесь находился. Почему они не пустили людей, когда было нападение? Почему они девушек не пустили? Почему так происходит? Почему у вас милиция сидит там, а не здесь стоит? СОС придет, не надо провоцировать. Еще раз вам повторяю, почему там сидит милиция внутри? Не надо провоцировать меня. Есть СОС. Я вам задаю вопрос. СОС вам даст ответ. Я вам даю вопрос. Вам задаю вопрос. Я здесь находился. Вы руководите операцией? Я говорю, я почему ваши подчиненные находятся за закрытой дверью? Они выполняют другую задачу. Какую? Другую. Играют в карты, пьют вино. Защищают Царева? Защищают Царева? Лизоблюды. Алло.